Друзья, всем привет! Привет! Выходим из нашего отеля, классного отеля, действительно, Ibis нам очень нравится. И сейчас будем идти с вами в центр города, в центр Вроцлава. Полюбуемся сказочным вокзалом, который напоминает башенки Диснейленда, действительно напоминает. И мы в прошлый раз сказали, что сейфа нет, но все вещи, ну, ценные можно оставить в сейфе на рецепции, просто заполнить документы и оставить. Наташа вот ищет уже что-то. В компьютере есть бумажные карты, которые лежат на рецепции. Подожди, стоп, покажи. Настоящий турист. Да. Еще попробую карты. Нужно повернуть вправо и идти. Будет много достов, много всего интересного. Мы знаем, что от отеля буквально 10 минут, и уже будет что-то интересненькое. Вот я, кстати, уже вижу что-то интересненькое. Тут в банкоматах можно купить вот такой вот интерес. Кому надо. Да, но как я так сильно не показала. Вот, кстати, отель. Вот, кстати, завтрак. Смотрите, мы там были буквально пару часов назад. Я так объелась, я никогда на завтраке. И вот отель такой. Ой, наверное, надо сузить вам. Ibis Styles. Все, идем вперед, что-то найдем интересное, включимся. Очень здесь чистенько, нравится. Очень много трамваев, автобусов ходит. Но мы сидели так миленько просто. Честно, просто было очень мило на завтраке и комфортно. Так что вперед. Вперед, да, у Наташи и Google путеводитель, и бумажный. Ну, потому что здесь у нас работает наш Киевстар. То есть наши все мобильные операторы украинские, здесь создаются тарифные минуты за... Хороший то, роуминг. Ты не платишь дополнительно, отличный роуминг. Вот, смотри, какие бабы. Уже как раз. Смотри, ничего не застеклено, наверное, запрещено у них. Да, мы смотрели очень много домов, и не застекленные нигде балконы. Давайте покажем вам. Сказать, наверное, здесь запрещено реально стеклить балконы. Ни одного застекленного балкона мы здесь не видели. Обрати внимание, сколько здесь высота? Тут какой-то гномики реально живут. Да, это же город гномов. Кстати, сейчас скажу вам про Вроцлав. Вообще, его предыдущее имя Бреслау. Он был под Чехией, был под Германией. И в 1945 году, после окончания Второй мировой, перешел к Польше. Так что вот такой он Вроцлав-Бреслау. И мы по нему идем. Бреслау. Бреслау. Вот, и мы по нему идем. Знаете, так тепло, мне так приятно, потому что постоянно во Львове дожди и холодно. В Киеве большинство дней было холодно. О, ветерок подул. В отеле, несмотря на то, что сейчас 32 градуса на улице, а прохладно в номере, кстати, классно. Ну, с выключенным кондиционером. Боже, какие балкончики. Хоть он такой дом, но невзрачный, скажем так. Ну, такая милая. Сейчас покажу. Вообще. Это у нас всегда окна выходят. Вот на всю сторону. Ага, давай, потому что этот дом видим. И много-много зелени, что нас очень радует. После Эмиратов вообще это прям сказка. Смотри, какая-то пушистая зелень, как лаванда, которая у нас возле отеля растет. Это вот эти, как они, гортензии или как называют. Ой, красота. Ну все, скоро, надеюсь, найдем какой-то дост и включимся. Дева Мария. А сегодня это вот Дева Мария, Возрождение войска. Праздник, кстати. Многие магазины закрыты, мы думаем, почему что закрыты. Случилось? И обратили внимание на такое красивое дерево. Это как акация, что это такое? У нас красота тоже такие, какая? Ну как оно красиво. Посмотри, кстати, там три идти цвета. На минут 15 до рынка. 18. Мы уже и вправо, и влево сворачивали, и прямо. Время, так что все да, магазины все магазины закрыты. Мы такие, в чем дело? Странно просто. Не то, чтобы мы собирались в магазины, но это... Ну, барбершоп открыт, кстати. Вот, и нам ты туда. Постричься хочешь, барбершопе? А вот Наташа уже вычислила, что река будет у нас. Река будет прерывать наш путь. И мы полюбуемся. Смотрите, какая красота. Ёлки-палки, еще и фонтанчик. Сейчас, подожди, я отсюда сниму, потому что солнышко, где люди? А вон, сидят в кафешке, да, красиво. Боже, какой фонтанчик. Это нет больше удовольствия, чем втыкать просто. Сидишь себе, расслабился. Зыринг. Ой, красота. А во Вроцлаве сколько? Пять рек. Пять рек? Да, пять рек. Кто-то называет ее Польской Венецией. Пять рек. Так самая большая Одра. Сто с чем-то мостов. 118, по-моему, 118. А до Второй мировой войны было 303, по-моему, моста. Представляете это количество? Трамвайчик, люди гуляют, трамвайчики, красота. Вообще, кстати, да. Несмотря на выходной сегодня, людей мало пока еще. Думаю, все не на площади рынок, да, такие, а мы здесь. А может, поехали куда-то за город. Для них же тоже так, это город. Ну, следуем дальше. Вот эта локация отель. А вот это звуки Вроцлава, просто прочувствуйте. Просто вы идете, гуляете, отель на отеле, вот
трамвайчики, и впереди уже что-то интересное и красивое. Да. А шли, шли, Наташа увидела гнома, а я в очках из камеры не видела. Привет, гномик Спунчик. Их называют краснолюдки, кстати. Не знаю почему, наверное, по поиске гномы. А ну, Наташа, давай. Наташа знакомится с гномом, и вы тоже. Ура! Вот так просто вот раз и гном. И надо их искать вот так вот. Их где-то в городе 300. Даже есть специальная карта, чтобы видеть гнома. Все, Наташа, по три гномика. Я тоже поздороваюсь. Привет, привет. Гномик, привет. Они несут какую-то социальную роль, не какую-то, они там одни, чтобы не мусорили, вторые там эти профессии. Да, много профессий есть. Да. Возле отеля Bed & Breakfast, да, B&B. Вот, лежит гномик. Прикольно. Завернули в паркинг-гараж, очень красивое здание. Ну, просто показать вам, полюбоваться. Ну, то есть, ну, как обычно, знаете. Мы с вами зашли, нашли дос, потом другой зашли. Спасибо за лайки, комменты, приятно. О, отошли, красота сразу. Наташа пошла фасад смотреть. Ну, давайте я пройдусь. Ну, паркинг обычный от отеля. Нормально, в принципе. Наташа говорит, это, наверное, пожарная часть. Сейчас покажу вам фасадик. Кроме того, что с собаками нельзя, больше ничего не написано. Да, красиво, красиво. Вот этот плющ или что это, боже, такой прям... Ой, это на Вавельском замке. Помнишь, такой ветер был, и он качался, да. Этот плющ. Красота. Вон, кстати, Наташа прочла, что это лицей, куда мы сейчас заходили с плющиком. Это галерея Доминиканская. Вон. Вот она, оказывается. А это наверное, офис. Отель Доминиканский, какой-то офис. Так, центр. Сейчас. Оп, вот такое перекрестие красивое. Так, ладно, Наташа, спасибо, обхожу. Пожалуйста. А это галерея Доминиканская. Угу. Там, наверное, сплошные доминиканские сувениры. Ух ты. А вот и этот лицей, и мы с вами все еще ищем площадь рынок. Вот, кирпичная, это уже офис какой-то. Ну, это лицей. Смотри, мне кажется, это здание учебное. Ну, такой маленький лицей. Что ж мы его прошли, что ж за лицей. Я думаю, что это учебное здание, а то древнее здание. Древнее лицеистское здание. Ну да. Вот сейчас перейдем, попадем в галерею Доминиканскую, обойдем ее. Там уже может где-то площадь рынок чуть-чуть будет. Здание как космическое крыша. Белое-белое. Да, я вижу, но я не знаю пока, что это еще. Тоже, наверное, отель какой-то. Ничего себе отель. Дом, типа, думаешь? Ну, не знаю. Дойдем, посмотрим. Ждем светофора. Я не думаю, что это лицей. Ты что? Как это делать? Смотрите, вот галерея Доминиканская. Вот она где-то здесь. А нам надо куда-то туда. Ага, значит, я там думаю, надо вот туда это... вот. А вот галерея Доминиканская. Ага, ну тогда идем вперед с вами. Ну, идем куда-нибудь. Ну вот, буквально пару метров прошли. Вот еще угол Доминиканской галереи. И красота просто. Там надо заходить, нам надо туда. Что это такое? Не знаю даже. Ну, логично, если возле Доминиканской галереи, то это Доминиканский собор. Может, наоборот, Доминиканская галерея. Да, сейчас дойдем туда, попробуем зайти внутрь. Да, смотрите, букеты продают. Наташа уже посмотрела, что это церковь. С маком. Церковь. Еще раз скажи. Адальберт. А почему здесь ничего не написано, что это? Вон, стоп. Нет, это ремонт какой-то. Так, ну давайте вперед зайдем просто, а там, может, посмотрим, что это. Ага, давайте просто помолчим и заглянем. Идем на выход. Да. Итак, монастырь святого Адальберта. Адальберта. Адальберта.
вообще как Бернардинский. Мы только вышли, и служба началась. Это все заходят, садятся, где удобненько, да? Ну, уже букетики какие, не будем возвращаться. Ну, если я с маком привезу в Эмираты, заберут себе шнапанки. Да, это точно. А мне еще и штраф выпишут. Поэтому просто ждем, когда загорится зеленый. Переходим дорогу и идем все-таки в центр площади рынок. А вот и зеленый. А тут, знаешь, спасибо. Такси Болт там. Такси Болт? Да. Ну, прикольно. А Убер точно должен быть. А мы в Киеве пользовались уклоном. О, улица Штвоса. Помните, был отель у нас? Вид Штвос. А, и там старое место. В Кракове. И, ага, и уже указали, что старое место там. Ну, отличненько. Смотрите, какая идет реставрация здесь здания. И колонны такие очень красивые, видно, что древние. Старина давнина. Кстати, Наташа говорит, вон, на той стороне идут люди, туристы тоже с картами. А, вон, наверное, уже, кстати, видно старый город. Апокалипсис, что это? Не, непонятно, что это, но мы можем же зайти внутрь, правильно, чуть-чуть вот пройтись и посмотреть с вами. Красивые колонны. Можно просто вот немножечко остановиться и завтыкать в них. Галерея авангарда. Галерея чего? Авангарда. Авангарда. Я не читала про такую, хотя мы немножечко читали про Вроцлав. Да, я показала. Ага, галерея авангарда. Так оно и есть. Институция культуры города Вроцлава. Ага. Формер, поняла, что это значит? Анекдот прачечная, фигачечная, институт культуры. Так это не институт, я не знаю. Ну, я тоже думаю, что нет, потому что он какой-то маленький. А вот еще здание красивое. Приближаю вам. И мы с вами любуемся. Кто знает, напишите. Хотя мы, боже, вот эта женщина там вверху, это что-то морское, да? Да, это уже мне так кажется. Я уже увеличиваю. 1899 год. 1899. Ой, боже. Ну, вот посчитайте, сколько это. И напишите в комментах, да не, шучу, напишите в комментах, что вы думаете вообще сейчас, если мы гуляем про Вроцлав, на Господи, по Вроцлаву гуляем. Как вам город? Ну, уютный, очень классный. Кстати, мало людей пока. Красивый, действительно, он похож на европейский город, похож на Польшу. А теперь сейчас встань, подожди, вот возле этого. Может, ты сняла, конечно, мушля, смотри, какая красивая. И розы. О, ракушку, наверное, не сняла. И розы рядом, справа, слева. Красиво, да? Красиво. Я говорю, морская женщина. Она как-то называется, да? Я тут кроме Посейдона. А какая здесь плиточка, мозаика на полу. Ёлки-палки, ничего себе. О, хорошо, что есть Наташа. Я через камеру вообще ничего не замечаю. Боже, какая красота. А давай ты здесь сядешь, я тебя сфотаю здесь. Представляете, лежащая Наташа на плиточке. Не, я присяду, но я не встану. Давайте быть немножко объективными. Да, мне кажется, мы уже подходим к площади рынок. Ну, поскольку мы с вами сегодня уже долго гуляли, наверное, вы отдохнете. А площадь рынок и ратушу мы, конечно же, покажем вам в следующем видео. Так что уже тут красота, лепота. Мы уже видим эту... По-моему, это Эльжбеты, святой Эльжбеты. И уже, да, уже будем ходить на центральную площадь рынок, которая есть, кстати, и во Львове. Надеюсь, плейлист Львов вы тоже смотрели. Ой, красота. Ну все, всем счастливо, всем пока!